3-километровый тоннель ИГИЛ обнаружили иракские военные. Он проложен от района Аткала и лагеря Жанин, которые недавно были очищены от террористов, до самого центра Масула. Боевики оборудовали его электричеством и вентиляцией. Кроме основного пути, тоннель имеет сеть второстепенных ответвлений, которые выходят на поверхность в разных населенных пунктах. Иракские военные сейчас изучают подземные коммуникации. منطقة خزنة طابة وتم العثور على عدة انفاق ومن ضمنها هذا النفق اللي موجود حاليا وتم العثور على معامل تفخيخ ومعامل تدريع إضافة إلى وجود ورش